Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слова об играх, и мы продолжаем проходить Need for Speed Hot Pursuit 2 для ПК. Ну что же, в прошлой серии мы с вами преследование преследовали, а в этом, значит, в этой серии будем чемпионатить. Погнали, что у нас тут следующее, значит, круг на вылет. Состояние открыто, хорошо. Это тяжелое испытание, гонка на вылет по островным окраинам. Гонка состоит из трех кругов, последний финишировавший выбывает. Закончите гонку в первой тройке, чтобы завоевать медаль. Ну, по обычаю мы будем заканчивать ее, естественно, на первом месте стараться. Так, ну что у нас тут представлено? Феррари, Порш. Так, вот эти машины нам пока редко попадались, по-моему, всего один раз. Это мощные уже достаточно агрегаты. Поехали на Феррари. В прошлый раз мы, по-моему, Порш обкатывали. Ну, по классике красный цвет. Вперед! Феррари 360 Спайдер. Паучок. Может быть, на ней сам Человек-паук ездил. Коль она названа в его честь. Срезайте углы в крутых поворотах, чтобы проехать по кратчайшему пути. Спасибо, товарищ капитан. Фух. Так. Меркури Винона Андрос. Корвет. Корвет. Интересно. Интересно. Почему нам нельзя было на корвете ехать? У нас было только Феррари, Порш и... Холден. Ну да ладно, не суть важно. А чё это он меня копирует тоже на красном спидере? Ладно, пусть копирует, ему это не поможет. Все равно мы их всех дрюкнем. Да. Я уверен. Оу, хорошо. Раз занесло сюда, поедем сюда. Не будем искать трудных путей. Уже надоело. Это присказка, что мы легких путей не ищем. Будем искать пути полегче. Если машина хочет ехать туда сама, то мы ее туда отпустим. Тем более, что нам как раз туда и надо. Так. Ох, тут срезочка была, срезочка. Так, тут нам подпрыгивать незачем. Будем ехать аккуратно, потому что веренная нам техника стоит очень немалых денег. Очень немалых денег она стоит в долларовом эквиваленте все это дело. А у нас рубль сейчас просел, поэтому мы, если ее разобьем, заколебаемся потом выплачивать за нее кредиты там и прочее. Ипотеку придется брать. Вау! Так, ну и на кочечках надо очень аккуратно. Очень аккуратно. Так, тут опять все горит. Все пылает, все пыхтит. Ох! Это у нас... Silent Hill. Как мы его кликаем, да? Кто-то намазал радугу справа. По небу. Ох, какой удар. Какой удар с правого фланга. Так. Я смотрю, что все никак они не могут нам достойной конкуренции составить. Мы уже так, по большому счету, практически пол игры прошли. По крайней мере, в этом режиме. А пацаны что-то все никак не могут нормально поехать. Ох, сейчас мы куда-нибудь как влетим в какую-нибудь березу. И да, такие, да, с переворотом, тройной тулуп. Спасибо, может вы поставите машину на место мою? Может поставите? Нет, не хотите. Так, сейчас я только я заговорил о том, что пацаны не хотят нам составлять конкуренцию, как тут же пацаны составили. Ну, правда, это не пацаны составили, это... Тут же я затупил.
Чё он тут так тормозит? Прям аж об бортик там шкрябает. Короче, если ехать и не тупить, они вообще лохи. Они полнейшие лохи, они вообще ничего не могут в режиме вот карьеры. Преследований, да, там за счет ментов гораздо веселее, прикольнее. Они там пуляют, шмаляют, кидают гранаты, кидают нам бочки под колеса, шипы, собак, сами бросаются под колеса. Ну и из-за этого, конечно, ехать очень весело. Здесь же, если ты сам эту веселость не придумаешь, если ты сам куда-нибудь не вмажешься... О, расставили как знаки. Не только наши дорожники могут ставить знаки в обратную сторону, криво и косо, но еще и вот здесь. Где бы это ни было! Блин, второй круг полное говно. Вот. Так. А вон они в срезочку-то поехали. Сейчас они нам сократят тут дистанцию. Весело будет с ними ехать. Да-да-да-да-да-да-да. Оп. Нет, мы все равно впереди. Хорошо. В общем, что хочу сказать. Я так думаю, что вот такая ситуация, она примерно продлится до самого конца. Поэтому карьера именно вот, ну, гоночная, там, где без ментов, она достаточно примитивна и скучна. Хотя, я думаю, может, в финальных гонках еще повысится сложность. Все-таки она повышается медленно, но медленно. Вот, и к финальным гонкам, наверное, все-таки станет сложнее. Но режим преследования, как раз-таки тот самый ход пресьют 2, он, конечно, здесь гораздо веселее все-таки. Тем более там можно и за мента поездить, и за преступника, и по-всякому, по-разному. Нам предоставляются возможности. Вот, а пацанчики в самой карьере, они какие-то тухлые. Если мы сами себе развлечения не найдем на жопу, то это все будет достаточно уныленько. Уныленько. Если не самому себя не развлекать. It's the final lap, да. Ты прав, мужик. Так что, да. Может, вы как-нибудь копов перекинете из того режима даже в этот накидаете, а? Или их и так там мало? Они, бедные, очкуют там с каждым разом все больше. Преследовать меня. И сюда такие... Может, им предложение и поступает. Не-не-не-не-не, вы чё? Нам там все этого хватает. Они ж там все психи сумасшедшие. Особенно вон тот, который вот этот. Да блин, опять я в срезку не заехал. Что ты будешь делать? Ну, она там, конечно, очень в нее сложно заехать. Она... Да что тебе, блин. С того положения, с которого мы туда заруливаем, в этот поворот, очень сложно зарулить в срезочку. Благодаря ей они хотя бы держатся за нами. Так, а давайте сюда съездим. Что здесь? Сейчас начнется тут, блин. Ездил, не ездил два круга. Сейчас поеду и все нафиг просру все, что можно. Это будет плохо. Нет, не просрал, и это хорошо. На PS2, мне кажется, эта часть Need for Speed'а подинамичнее будет. И не такой легкой, что ли. То, что я видел, вот, смотрел геймплейные какие-то ролики по Hot Pursuit'у второму на PS2. И там
Ну, сильно отличается, очень сильно отличаются игры. И графически, и по физону. Прям по картинке даже видно. То есть, понятно, что физику сложно оценить, но видно, что она другая там совсем. То есть, там динамика другая, гонок абсолютно. Не то, что здесь. Ну и это, в принципе, во многих нитфоспидах на компе, на самом деле. Не знаю, как в новых, но вот в этих старых так оно и есть. Так, ну что, хорошо, затащили. А вы там говорите, третье место. Какое третье место? Так, выйти из гонки, выйти. Что у нас дальше? Так, ага, американский спринт, вызов. Куда там нас вызывают? Так, в этом спринте по живописной местности вам предстоит выбрать одну из американских супермашин. Ох, супермашин. Если вы хотите завоевать медаль, вам, возможно, следует хорошо изучить все возможности срезать углы. Вы должны опередить своих соперников и закончить гонку в первой тройке, чтобы завоевать медаль, продвинуться дальше в чемпионате. Ага, ага. И здесь приз меньше, и гонка, наверное, будет еще менее сложная. Так, вайперы. Вайперы тоже были. Что у нас еще? СВТ Кобра. Ох, корветец. 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 Конечно же, корветец. Вот здесь корветец. Z06. Едем на нем? Конечно, едем на нем. American Muscle Car. Блин, люблю эту машину. Люблю эту машину. Неоднократно уже повторял. И буду еще повторять. Так, ну что, поехали. Corvette. Z06. За этот ей приберегайте очки инфес для покупки машины треков, которые нравятся вам больше всего. Да я уже заколебался их приберегать, господи. Куда их тратить-то? Их там уже миллионы у меня лежит в банке. Так, ну будем надеяться, эта гонка даст чуть больше просраться. Вот. Ох, музычка. Favor for the flower. Так, 8 человек тут аж, ага. Борис. Борис Бритва. Хрен попадешь на первом месте. Поехали. Corvette. Так, это у нас опять по парку, да? По заповеднику. Но эта трасса, кстати, сама по себе сложна. То есть это не круговая будет трасса, а она будет у нас такая. Из пункта А в пункт Б. А это уже сложнее. А, вау, вау. Тихо, тихо, тихо. Ну тут, опять же говорю, самому надо аккуратнее ехать. Тогда все будет окей. Ох, что они творят? Вы гляньте-ка, что творят? Не надо мне показывать, как я влетаю, взлетаю. Не надо. Зачем? Тихо! Тихо! Ну, мразота, а! Вот как... Я вот не пойму, как эта сраная физика здесь работает. Я... воткнулся ему... Я даже не воткнулся, я просто задел его слегонца. Я просто его догнал и чуть-чуть его... Разница скорости была маленькая. Моя машина просто приклеилась к его. И все. Дальше было невозможно ничего сделать. Так, ну да. Эта гонка нам даст сейчас просраться. Хотел, получил. Вот сейчас и будет. Да, иди срезай. Вы свои. Ха, придурок. Так. Че все повторяют за мной синий цвет корвета? Так, четвертый. Надо догонять вон тех сволочей на первых трех позициях. Ну стоять, мрази. Так, не туда я поехал. Надо ехать по левой стороне. По правой, точнее, по правой стороне. Хрен я так кого догоню иначе. Иначе. Так. Куда это мы едем? Куда-то мы едем. Вроде бы даже кого-то догоняем. Пацаны, эй, стойте, стойте. У меня есть что вам сказать. Там это. Там есть.
Заправка, на которой бензин подешевше, вы слышите? Она в обратной стороне. Надо ехать в другую сторону. Не хотят они меня слушать. Нужный дешевый бензин. Так, ничего я не выиграл, ничего не потерял. Потому что с резки затупил. Надо браться за ум. Надо браться за ум. Пацаны! Воу! Ладно. Так, третий, хорошо. Третий, второй. Нет, не заворачивай, не разворачивай, все нормально. Едем. 3 минуты уже, черт возьми. Значит, скоро приедем уже куда-то. Так, надо аккуратнее. Да, гонка сложнее. Ну, больше из-за того, что я, опять же, сам тупил. Оу, как мы перед финишем. Ха-ха-ха! Шикардос вообще просто. На финишной черте. Так, что у нас тут, корвет? А где Борис? О, Борис, семерочка. 7-й. Лошара. Так, ладно. Thank you, man. Окей. Выйти из гонки. Хорошо. Вот такие гонки мне нравятся. Она была плотной, потной, но в итоге мы затащили. Это хорошо. Средиземноморская открытая гонка. Блин, турнир что ли будет? Нет? Так, ладно. Точно турнир. Так, в этом турнире вам предстоит принять участие во всех гонках Средиземноморья. Вы можете выбрать машину от Dodge, Porsche или Ferrari. Войдите в первую тройку, в финальной квалификации вы получите медаль. Окей, поехали. Будем сейчас пристально следить. Турниры — это вещь, в принципе, интересная. Тут игра в долгую, как я говорю. Так, Бориски тут нету. Ладно, поехали. Посмотрим, что сейчас нам взять. Porsche 911. Из этого класса мы Porsche брали, Ferrari... Мы все брали уже. И Ferrari, и Viper, и Porsche. Давайте Porsche возьмем. Все-таки голод некий есть по Porsche-чкам. Поехали. Давно их нигде не было. Так, совет от EA. Оттачивайте ваше водительское мастерство в одиночных гонках, а затем пробуйте посоревноваться с другими людьми по интернет. Ха-ха-ха. По интернет вы шутите? Что такое интернет? В наших краях нет интернета. И не было в те времена. Так. Ну, больше всего, кстати, 911-х-то. Ха-ха-ха. Корвета. Как сюда корвет попал? Там же не было корвета на выбор. И HSV-хи не было. Мустанга. Ну, это, получается, разные классы, да? В общем, эти пацаны в заведомо проигрышной позиции. Так, сколько... так это будет турнир спринтовых гонок, да? То есть это будут все спринты. А куда ты меня, блин, пихаешь, а? Ясно, понятно. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Чего ты так шарахаешься? Да нифига себе! Вайперёныш, а? Ну, сволочь. Так, пошел в пень. Так, что-то феррорист там изображает. Принял на грудь. 200 грамм. Вот что вот это такое нахер, блин, меня бесит это вот. Вот как это так может быть? Ой, блин, ну и физика, да, местная физика просто шикарна. Просто, блин, шикардос. Как это работает, я вообще не знаю. Это и не аркадная физика, и не реалистичная. То есть аркадная физика тоже так не должна работать, потому что это тупо. Это усложняет процесс. Как
Да, вот из-за таких столкновений получаются вот такие развороты. И вот это тоже, ну вот, чё вообще, как так? Я хер его знает, короче. Ах, да, вначале любим мы закосячить. Чтоб потом можно было выбираться из этой жопы. Ну, блин, хотел же интереса. Получаю уже вторую гонку подряд. Интерес, чё это с ним там? Фига его там колбасит. Ты чё? С ума сошёл, что ли? Вау-вау-вау-вау-вау, мужик. Он реально бухой, по-моему, клан. Чё он творит-то вообще? Блин, вообще к ним хоть не прикасайся. Пыри сраные. Вот с полицейскими это как-то не так жестко работает. С этими же придурками, блин. Пошел нахер, вообще не трогай меня, ублюдина. Так, где лидеры? Нифига не да ладно, на чем это они там так уехали? Вот это да. Так, 2.30, блин, скоро уже это. Где-то тут будет. Ну, минута у нас, я думаю, где-то осталось. Ой, сейчас улетим. Ой, улетим куда-нибудь. Кошмар. Пацаны, стойте. Пацаны, стойте, стойте. Я же это, из ваших. Я что же, приморец? Вы не смотрите, что я на буржуйской тачке. Я обожаю наш православный японский автопром. Так, в городе где-то и будет финиш, мать его. Надо наваливать. Блин, третий. Чернявый. Так, куда я нахер я за ним свернул? Вообще, на эту узенькую улочку. Так, пошел вон. Ой, скорость. Я боюсь. Давай. Где-то уже скоро финиш. Я чую. Так, тоже Porsche. А, так вы сами не на православном автопроме. Ой, улечу. Чё я с вами тогда вообще тут церемонюсь? Тюк-тюшкаюсь. Пацаны, подождите. Вы сами на буржуйских тачках. Нас в Приморье таких не уважают. Так, да, не, давайте финиш уже, а? Я же все, лидирую. Давайте мы будем финишировать потихонечку. Ух! О, да, вот здесь. Пойдет. Все. Хорошо. Затащили. Вот так вот, 3 911-х, и все 3 впереди. Вот. Так что да, сила. Это хорошо. Так, да, сохраняем, да, смотрим, что у нас по очкам. Расклад, нам надо вычленить соперников. Эйс и Сверве. Ну, в общем, без разницы, кто из них. Они, мы, как мы знаем, на Поршечках. Все. Поэтому надо опасаться и трюкать Поршей. Так, виноградники. Ага, вот здесь сейчас круги будут. И опять, кстати, виноградники. Короче, по этой же трассе поедем. Только... А, они сейчас могут машины поменять. Сейчас все не так будет. С, Эйс и Сверве какой-то там. Сверве. Стерва. В общем. Так. Избегайте дымящихся бочек, сброшенных с вертолета. Они могут взорваться и отправить вас в полет. Вертолет, ты отправь меня в полет. Очень к месту это замечание. Тем более, что мы играем не в преследование. Ага. Или они сейчас и здесь начнут скидывать. А, нет, смотрите-ка. Эйс и Сверве также на 911-х. Ок, ладно. Так, блин, по этой же трассе едем. Если честно, я ее не очень люблю. Она какая-то, ну такая. Ну такая. Хмельная. Виноградники, блин. Так, не рычи там у меня в ухе. Не рычи.
Надо аккуратнее просто ехать, на самом деле, и все будет хорошо. Надо это как мантру повторять. Оп! И чтобы без прыжков вот этих вот, там подпрыгнул и улетел бы сюда, в это. В камушки. Они ж хитрые разработчики, они все разрабатывают так, чтобы мы улетали куда-нибудь. Вам не кажется, что графика стала лучше? Да нет, конечно. Ну, мне что-то кажется, как-то ярче стала картинка. Ну, наверное, это просто потому, что сегодня солнечный день, хороший, весна на дворе. Ну, точнее как, конечно, не весна, а последний день зимы на дворе. На дворе трава, на траве дрова. Вот, но погода-то такая, я уж не знаю, какая там у вас где погода, но у нас, блин, уже давным-давно плюсовая температура. Сегодня ездили в соседний город, почти вот так же, как в Need for Speed, по нашим проселочным дорогам, междугородним, великолепно. И было классно, было тепло, был теплый ветерочек, и было просто шикарно. Короче, весна уже вовсю. Правда, на речке сидели еще эти обалдуи, ну, с удочками-то, с удилищами, удочками, рыбаки эти, сумасшедшие, никогда их не понимал, как можно зимой сидеть и что-то ловить на морозе, примерзая очком ко льду, просто ловится, не ловится, да, ну, в общем, это отдельная каста, она мне... никогда не было понятно и, наверное, никогда не будет. Но хотят зарабатывать простатиты и прочее на льду. Пускай сидят. Это еще, наверное, потому, что мне и рыба-то, собственно, никогда не нравилась. Поэтому мне ради чего это сидение вообще непонятно. Рыба вещь невкусная. Для меня... непонятная. Ох, мощно. Вот, и процесс, соответственно, отлова всей этой дичи мне тоже непонятен, ради чего. Ох, сейчас, ой, улетим, ой, на взлет пошли. Вот я про это и говорю, что раз и сразу... Сразу туда и улетаем. Все тут рассчитано, блин, до миллиметра. Фига себе ограничение, соточка. Хорошее ограничение. Но мы-то все равно 160 влетели в тот поворот. Вообще, как хамелеоны, нас не замечать должны. Должны не замечать. Мы в каких-то желтых песках едем на желтом Porsche. Они, может, даже и не понимают, что кто-то лидирует здесь, кроме них. Так. Ох, мужик какой. С козлиной бородкой такой. Ты чё, мусульманин, что ли? Морда кирпичом. Тихо, 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 тихо. Тут же есть все-таки премия за этот, за чистую гонку. Но, блин, очень редко мне ее удается взять, потому что вот такие вещи случаются довольно часто. Как можно в такой поворот заехать на скорости 160? Кто мне скажет? А можно! Потому что это Need for Speed. Это, мать его, жажда скорости. Поэтому мы наваливаем. Кстати, еще на Крым похоже это все дело.
Один хрен едем нашей матушке России. Где бы мы ни катались, все пейзажи у нас можно подобрать аналог под местные пейзажи и красоты. Оп. Все. Вау. Так, ну две победы это хорошо, осталась третья гонка, тем более, что хо-хо, Меркурий вон разбил стройные ряды паршичков. Это хорошо. Значит, у нас есть еще задел. Еще больший задел. Следующая гонка, конечно. Так, что у нас там? 16, 13, 11. 3 очка задел от Эйса. Эйса некого. Вентуры, что ли? Так. Стерва вообще 11 очков. Так, а Меркурий? Так, ну продолжаем на Поршике, конечно. Поехали. Ой, я не глянул, что за трасса. Ну, и да ладно. Опять же, здесь же, скорее всего. Используйте ручной тормоз, чтобы вызвать занос задней оси в крутых поворотах. Да тут и так без, блин, ручного тормоза. Все, хорошо. Тормозит и заносится. Так, ну опять же, мы здесь, скорее всего, поедем, только по другой конфигурации. Это ж все на побережье. Да, стартуем, где мы? С города. Так, опять три Порша. На первых трех позициях. А, ну да, мы же стартуем в порядке, как в чемпионате расположены. Так. Эйс Вентура на сером Порше. Так, не поедем мы в срезочку. Яхты такие стоят. Набережная, вымощенная камнем, брусчаткой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, опять же, это все ни чуточки не противоречит Крыму. Вон какая-то лодочка стоит, рыбацкая. Естественно, они тоже есть в Крыму. Так, смотрите-ка, пацаны-то где... Срезка ведь, срезка важна. Они сейчас поедут туда и наверстают. Что-нибудь. Нет, никто не поехал. Так, сколько у нас? Два круга. Это хорошо. Тут же у нас тесты начались-то в этой самой, как ее там, ну вы поняли, в Формуле 1. Вторая серия предсезонных тестов, она же последняя, и все, ребята, там останется, до начала сезона осталось по сути, почти что как до Гран-при следующего. То есть у нас даже бывают трехнедельные паузы. Так вот сейчас даже меньше трех недель осталось уже до пятничных тренировок на Гран-при Австралии 2019. Блин, это шикарно. Я всегда так радуюсь, когда подходит к концу вот эта вот зимняя пауза. Это просто, блин. Я понял тебя, мужик. В общем, да... Пауза-то, в принципе, и так уже кончилась. Куча новостей уже, там все, движки, моторы, все работает. Пилоты уже гоняют по трассам, разбивают машины, все четко. Сегодня, точнее, не сегодня, вчера и позавчера, первый и второй день были как раз второй серии тестов. И Макларены что-то взялись, там лучшее время тестов пока у Макларена. Что бы это значило, интересно. Вот, так что Кен его знает, может, Макларен все-таки что-нибудь покажет в этом сезоне. Но это все тесты, понятно, это все пока что такие времена. Может, они вообще ехали не то что на малом количестве топлива, а может, они
даже балласт слили. Ну, то есть на тестах никто машины не проверяет, едь там хоть как, можно и регламент нарушать и все такое. Балласт весь сняли, слили, капнули капельку масла и пару капелек топлива, и все, и поехали ставить рекорды. Потому что не думаю я, конечно, что Макларены там что-то в этом году поедут куда-то. У-ху! Это очень вряд ли. Торо Росса хороши. Где Данька Квят наш? Тоже там на прошлой неделе, на первой серии тестов, в один из дней Данилка был лучшим. Правда, сейчас Макларен все равно это время перебили, но тем не менее, все равно тоже было приятненько. Ай-я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 й. Все, я пытаюсь занырнуть в бухточку. Оу, да! Так, ну опять мы сделали всех вообще без проблем. Ни на одной из трасс проблем особых не было, кроме первой. Чуть-чуть. Вот. Так. Лидирование. Да. 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 Так, ну что, есть у нас еще время? Да, давайте еще одну гоночку проедем. Так, это ж все? Все, да? Или что? Финальный результат, все, ага. Хорошо, хорошо, вызов малолитражки, это что там будет такое? Это классическая малолитражка, СВТ Мустанг Кобра Р. Ничего себе малолитражка, вы что, с ума сошли? Проведите ее по четырем кругам трассы «Осенние ветра». Закончите гонку первой тройки, чтобы взять медаль. Нихера у вас по вашим меркам Кобра малолитражка. Так, а, это монокласс, да? Сколько у этой малолитражки литраж? Литров 5, наверное? Да. Ну ладно, это у нас... и, короче, даже цвет нельзя выбрать, да? Ну, поехали, поехали. 4 аж круга, ну ладно, это... Напоследок наша гоночка будет. Попробуйте закрутить агрессивных полицейских, ударив в багажниках машин. Так вот, с полицейскими это прокатывает, да. Я не знаю, может там физика чуть-чуть под режим пресьют изменена. А вот в этой самой на прохождении 5 всего. Чё так мало? А вот в этом режиме тут как-то совсем это не так все работает. Буквально коснись чутка жопы противника и тебя просто закрутит. Так, ну может в моноклассе они тут сейчас как дадут жару, как дадут, блин, жару. Тут просто будет невозможно их отрюкнуть. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо, пацаны, 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 едем, едем, едем по внешнему, оп-оп-оп. Так, хык. Странно себя машина немножко ведет вот в таких резких поворотах. Так, ну вас нафиг с вашими шахтами. Не хочу я в них ездить. Это вам не Форсаж 4, где там можно по какой-то шахте ехать со скоростью 250 км в час. При этом еще куда-то оглядываясь, бортаясь и прочее. Даже Need for Speed себе такого не позволяет. Блин, ну саунд вообще четкий, конечно. Саундтрек, в смысле. Вот чё-чё, Need for Speed, да вот с музыкой. Ну опять же, блин, это я все говорю про старые достаточно серии. Новые-то Need for Speed я не играл. Не знаю, что там сейчас со звуком.
Я имею в виду именно не звуки машин, там столкновений и прочее, а именно вот музло, которое они лицензируют для каждой игры. И вот в те, по крайней мере, по спиды, которые я еще играл, даже тот же Most Wanted там, еще я там последний играл. После Most Wanted я играл Carbon, но не проходил. Потом я что играл? Потом я играл Undercover. Undercover я, по-моему, прошел. Ну или, по крайней мере, по-моему, прошел, да. Он прошел. Это последний Need for Speed, который я прошел. И даже там музло, по-моему, было, ну, такое, крепкое. Хотя... Вот... Ай-яй-яй-яй-яй! Вот ты... Что ты творишь, а? Ну, если повернул, то уже ворачивай туда. Зачем решил снова сюда повернуть? Да! Блин, твою мать. В общем... Все-таки в поздних частях... Точнее, нет, не в поздних, в ранних частях более запоминающиеся такие музыки. Мне кажется, вот саундтрек Underground первого, он вообще наиболее показателен. То есть, кто бы какие части не любил, ну, Underground, понятно, тоже многие любят, но вот по части саундтрека очень многие его выделяют. Ну, это действительно там очень крепкий саундтрек. Такой драйвовый, шикарный. На смеси такого прям рока, и есть и электрухи там еще такие прикольные. То есть все такое драйвовое. Рок тоже такой быстрый, ну типа панк-рок. Если электруха, то тоже качественная такая, прям в тему. Блин, снэпшот, я говорю, я просто обожаю. Точнее, снэпшот это название темы, да, но исполняет Флюк. Флюк и дальше был, по-моему. Да не по-моему, а был. В других частях, но... Вот по андеграунду, именно первому, он больше всего мне запомнился. Жалко, что Ромоло Ди Приско ушел потом. Тоже очень классные электронные треки у него были в 90-х еще годах Need for Speed'ов. Он писал, по-моему, начиная там со второй части для Electronic Arts. И писал, по-моему, вплоть до Porsche Unleashed'а. По-моему, для него он еще писал, а вот здесь даже вот при Сьюти втором уже нет его. Капец, смотрите, насколько мы их дрюкаем. Это к вопросу о том, что они хоть какую-то нам конкуренцию здесь составят. Ладно, эта трасса мне нравится, она реально такая живописная, очень красивая. Можно и покататься. Свое удовольствие! Блин. Так, это какой? С третий круг, ё-моё. Зачем столько много кругов? Тут и так уже все понятно. Блин, я бы на Джои поиграл в эту игру, но, блин, к сожалению, почему-то игра мой джойстик не видит. Трастмастер мой. Причем как-то странно у меня стал работать на компе. Почему-то.
Стики стали глючить даже в тех играх, где он видится и все нормально. Там какая-то инверсия. Я не знаю, может, баг какой-то схватил или что. Хрен его знает. Поначалу таких проблем не было. Причем инверсия странная. Не как вот это, ну, там, мышка там, да. Можно инверсировать там, можно аналог тоже инверсировать. В том же Резиденте, например. Он работает очень странно, то есть лево-право, а в меню-то это нельзя менять. Ну, то есть, когда я нажимаю влево, у меня, например, герой бошку вверх начинает задирать. А когда вправо, то вниз. А когда, наоборот, вверх, я поднимаю бошку, он влево поворачивается. Ну, то есть, перепутанные направления. И их, блин, не инвертируешь. Ты можешь внутри игры как бы инвертировать просто лево-справа, да, и вверх-снизом. Но вверх-слева ты не можешь инвертировать. И что-то это как-то прям совсем странно. Очень странно все. Хрен его знает. Почему это так стало? Что на джойстике было бы, конечно, поприятнее в тот же Need for Speed играть. Не в тот же, а в этот же. Еще говорю, чем примечательен именно вот этот саундтрек практически полностью в Hot Pursuit втором, то что у меня стойкое впечатление, что сейчас откуда-нибудь скейтбордист какой-нибудь вылетит, сделает там мертвую петлю или еще какую-нибудь хрень. Потому что я этот саундтрек, вот именно в Hot Pursuit я его не помнил, но я говорю, я его отчетливо, он у меня ассоциируется именно с фильмом «Скейтбордисты». И он, и там-то мне он очень нравился, но заведя Hot Pursuit 2, я был приятно удивлен. Я реально забыл, что здесь такой саундтрек классный. На меня аж скуку начинает навевать. Вот такие гонки. Какой-то пейзажик. Ну просто реально, как будто едем на пикничочек. Просто на природу. Куда-то в горы. Явно где-то среди каких-то шахтовых прорубок. Ну ничего, сейчас мы найдем место. Мы уже 10 минут колесим тут по одному кругу, все не можем выбрать место, где нам паркануться и шашлычок пожарить. Но я думаю, что вот здесь, смотрите, как прекрасно. Вот здесь самое то, сейчас он туда наверх заберемся. О, так, ну вот. Ха, неожиданно победил SVT Mustang Cobra. Congratulations! You have won the gold medal! Вот здесь, когда этот мужик говорит вот с такой пафосной натугой: «Ай, ты выиграл золотую медаль!» Оно как-то немножко не это. Не в тему. Потому что нету напряга вот этого вот, чтобы ты: «Да-да, мужик, я выиграл! Классно, спасибо!» Но, блин. Ладненько, что же тогда? Как раз все. Говорил я, последняя гоночка, нормально. Вот, в следующей серии продолжим, но продолжим опять с преследованием. Преследование у нас начинает чуть-чуть отставать от чемпионатов. Может быть, придется пару серий подряд преследования сделать. Или уже потом в конце просто оставшиеся преследования подряд будем проходить. Не знаю, посмотрим, как оно там будет. Ну что же, в принципе, сегодня мы вообще без проблем каждую гонку затащили с первого раза, поэтому прошли достаточно много. Вот, серия даже меньше часа получилась, а мы затащили 4 чемпионата. Один из них был турниром. Ну что ж, надеюсь, что вам серия понравилась. Всем спасибо за просмотр.
С вами был, как всегда, Скудер, канал Ни Слова об Играх. Всем удачи и пока. Увидимся в следующей серии.